В Рейне существует город, называется Хайтельберг. Переводится, когда «Здравствует, Дельберг». Упоминания об этом городе идут еще с 1196 года. Здесь же находится один из наиболее престижных и старых университетов в Германии – Хайдельбергский университет имени Рупрехта и Карла, основанный в 1386 году. Кто этот университет только не оканчивал? Известные мировые математики, писатели, философы, ученые – это и Менделеев, и Микуха Маквай, Мандельштам, Гегель. Обратите внимание еще и на такие личности, как Павел Якоба, русский революционер-шестидесятник, Пауль Геббельс, министр народного просвещения и пропаганды Третьего Рейха. Да, список внушительных знаменитых студентов. У этого университета есть университетская тюрьма – карцер, попасть в которую считалось не позорным, а почетным. Студентов, которые были подсудны только университетским властям, сажали сюда на срок от суток до 4 недель. За пьянство, драки, шум по ночам, распутство и дуэли. И пребывание здесь имело статус некоего экзамена на зрелость. За несколько веков стены небольшого помещения от пола и до потолка покрылись надписями, рисунками, гербами. Безусловно, это не просто чьи-то автографы или зарисовки, чтобы скоротать время. Это полноценный учебник по тайной деятельности, и имеет он три функции. Первая функция – образовательная – научить. Вторая функция – контрольная – проверить уровень подготовки. И третья функция – этот учебник превращается в определенный генератор идей. Например, вопрос «Как сделать?». Ты смотришь на картинку и тут же получаешь и механизм, и сценарий, и все остальное. Так если это учебник, то сама тюрьма – это центр по специальной подготовке людей, которые ведут тайную деятельность, действуют тайно. Ведь отмечу еще раз, что попасть сюда считалось не позорным, а почетным. И попав сюда, кто-то, смотря на рисунки, сможет проверить себя и свой уровень подготовки. Сможет он понять, что там написано, или нет. А кто-то, смотря на эти рисунки, зная определенную последовательность и как на них смотреть, может получить ответы на любые вопросы. Это своего рода оракул, генератор ответов на все вопросы. Поэтому карцер так и выглядит. Тайна.